Так, ребят, всех приветствую на четвертой части прохождения нашей прекрасной реки Вальхельм. Сегодня мы отправляемся с вами на болото. У нас есть ключик. Надеюсь, мы откроем дверку и начнем добывать металл. И жизнь у нас, как говорится, будет получше немножечко, чем есть на самом деле сейчас. Так как с помощью этим бронзового меча, не киркой, ну такой себе, добывать и убивать. Я надеюсь, с помощью меча железного сможем рубить бошки направо и налево. Но есть единственный замок. Как вы видите, вот это вот вся моя скорость, да, на данный момент. Быстрее плыть я чисто физически не могу. Ну, если разве что я только не опущу вот так парус. Если нам в спину, конечно, будет дуть ветер, парус будет работать нормально. А так, такая вот скорость у нас. Вот наше болото. Тут где-то вот тут примерно находится наша дверка, по-моему. И единственный, хотя не единственный замок, наверное, в этой игре, то, что отсюда до моего места вот сюда, мне плыть реального времени минут 40. Ну, то есть, как бы, а через телепорт я не смогу переправлять ни металл, ни олово, ничего. Так что придется плавать чисто на лодочке. Я не знаю, стоит ли оно того или не стоит. Стоит ли так заморачиваться? Ну, посмотрим. Главное сейчас, кажется, не откиснуть в нашем лесу. На болотах. Потому что я раз пять, наверное, там уже откисал. Так что плывем. Плывем, плывем, плывем. Не знаю, будет ли вам потом видно, либо не будет. Так как, когда подплываешь ближе, оно автоматически становится темнее. Ну, вы сейчас увидите. Предлагаю где-то возле этого домика остановиться, пришвартоваться и побежать. Побежать быстро, причем бежать, не останавливаясь. Зайти внутрь и попробовать все-таки добыть нашего металла немножко. Эх, ляпота. Так, 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 так. Чуточку левее. Где-то тут я, по-моему, видел эту дверку, которую нам нужно будет открыть. Либо это дальше было, не помню уже. Так, чтобы вы понимали, мало ли надумаете играть, либо надумаете записывать. Где наша карта? Где наша карта? Так. Чтобы вам проплыть вот отсюда, где кровать мне нарисованная, до вот отсюда, построиться, сделать телепорт, создать плот, добыть ресурсы и так далее, вам нужно будет часов 6 свободного времени. Так что задумайтесь, нужно ли это вам. Вон впереди мой флот маленький, потому что я сюда 3 раза приплывал, 3 раза откисал. Ну, эти, наверное, ближе к нему пришвартуемся. Видите, сразу как погода меняется, сразу темнее становится. Даже несмотря на то, что сейчас закат. Не знаю, будет ли вам видно, либо не будет, придется гамму накручивать или нет. Это мы уже тоже посмотрим с вами. Сейчас у нас задача добраться до двери. Открыть ключом. Я не знаю, стоит ли вставлять его в ячейку. Или оно автоматически его откроет. Давайте, чтобы не терять времени, сделаем это так. Сейчас мы подплывем к лодкам. К плотам, к лодкам, как кому удобнее будет. И быстро-быстро побежим. Так, что мы кушать не хотим? Не, кушать мы не хотим. Так, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Да-да, тут еще змей плавает, меня кусает. Самое интересное, здесь еще дракон водяной есть. Ну, я его драконом назвал. Потому что он похож на дракона, который плавает и ломает ваши лодки. А если ваша лодочка и плот поломался, вы тонете в воде и начинаете все заново.
Так что ура. Так, 3, 2, 1. Побежали. Побежали, побежали. Берем меч, берем щит. Тут самое главное сейчас не попасть на летающих монстров. Есть тут такие. Вам холодно, да-да-да. Так, где же тут дверка? Где же тут дверка? Где же я тебя тут видел, зайчик? Не знаю, будет ли вам сейчас что-то видно, потому что мне вообще ничего не видно самому. Но постараюсь, если не забуду, накрутить потом немножко, немножко гаммы. Так, все, осталось 3-4 метра. Да все, тихо. Не-не-не, меня тут нету, отстань. Меня здесь нету, отстань. Во, наконец-то. Да, мы таки с вами это сделали. Не знаю, как мы будем выбираться, конечно. Не знаю, как мы будем с вами выбираться. Так, кто тут есть? Ух ты, ё-моё. Здорово. Так, хорошо, что мы немножечко прокачали наш щит. Ну все. Не хватало еще сейчас откиснуть здесь. Ну давай, подходи, давай. Давай, иди сюда. Ну все, отстань, пожалуйста, отстань. Да сколько вас здесь? Тихонечко. Ты чего? Все. Прекращай. Я пришел с миром, парня. Говорится, я пришел с миром. И можно тебя еще завалить? Все. Отлично. Так, янтарь нам не нужен. Что это такое? Ага, это наш, получается, третий босс. Правильно? Правильно. Потому что древний. Эйктюр и... Угу, понял. Хорошо. Так, куча грязного лома. Я так понимаю, можно его будет... Да, можно его добывать. Это ж оно? Нет, это жижа. А это что? Это потроха. Так, давайте жижу потроха мы пока мезь выкинем, они нам не нужны. И давайте попробуем добыть немножко металла. Во, металлолом. Отлично. Единственное, я не знаю, будет ли тут бесконечное количество металла. Сколько у нас металла? Один? Серьезно? Из всего вот этого, что мы добыли, одна штука. Понял. Бесконечного количества металла, походу, у нас не будет. Так, а это я тебя не, да? Не могу сломать. А из-за чего? Из-за чего? Я же так понимаю, это дальше проход должен быть. Из-за того, что у меня кирка слабая, или как? И что мне с этим? Что мне с тобой делать? Так, хорошо, погоди, четверочка. И на четверочку тоже, да, не хочешь? А, не, что-то где-то что-то хочет. Так, а это печалька, ребята, это печалька. Так как я надеялся, что мы дальше пройдем с вами туда. Так, ну надеюсь, мы сейчас тут прорубаем себе.
Вот ты выход, ага, и слева, и справа есть. Окей. Так, отлично. Отлично, отлично. Кто тут есть? Кто тут есть, кого тут нету? Так, давайте посмотрим. Давайте посмотрим, чтобы нам тут не было нежданчика. Ага, это куда-то какой-то... Куда-то какой-то выход, вход. Хорошо. Так, 5 металла есть, отлично. Надеюсь, надеюсь, надеюсь. Надеюсь, теперь мы сможем с вами сделать нормальный меч. Так вот, по поводу металла, я не знаю. Не на всех болотах есть вот такие вот шахты, так их назовем. А где мне их искать? Угу. Так, хорошо, закончилось, да? И еще кусочек. Так. Не-не, вот так. Все, не хочет. Понял, не хочет. Ну и ладушки. Ну и ладушки. Так, сейчас, секунду, ребят. Так, продолжаем. Продолжаем его идти вот сюда. То, что мы добыли, это хорошо. Это даже отлично, я бы даже сказал. Но единственная проблема сейчас унести отсюда ноги. Унести отсюда ноги и отправиться домой на переплавку. О, здорово. Как оно? Да-да-да, давай. Давай-давай-давай, прыгай сюда. Так, тихонько. Шикарно. Так, давай скушаем, давай скушаем. Это нам пока мясо не надо. Шкуры надо, надо, надо. Шкуры всегда пригодятся. Ну. Что-то мы нашли. Что-то мы нашли. Что нашли? Иссохшая кость. Ага, отлично. Я надеюсь, наверное, нам дадут какой-то рецепт, чтобы мы могли что-то делать. Так, я понимаю, что вы ничего не видите, я сам ничего не вижу. Но по-другому никак, к сожалению. Так, налево, направо, направо, налево. Давайте, наверное, налево сначала, а потом уже направо. Так, и сначала, так, кружочком, наверное, его пометим. Вот так, чтобы мы понимали, где мы были. Где мы были, где мы еще не были. Чтобы по два раза не бегать в одни и те же самые места. Так, куча лома. Ага, дай сюда. Ну, попади, пожалуйста. А я же да не знаю, сколько мне нужно добывать металла. Нам хватило, чтобы мы не зря сейчас 33 часа плыли домой, до кузницы. Так как через телепорт мы не сможем с вами добраться. Так, все, больше нету. Вроде еще кусочек есть. Не попал.
Не попал. Еще раз не попал. О, попал. Отлично. Все, мы здесь закончили. Больше, я так понимаю, здесь ничего нету, да? Больше ничего нету. Так, янтарь. Ну, янтаря у нас много. Если честно, то янтаря у нас с вами много. Даже не знаю, куда его девать и зачем он мне нужен. Так, все, да? Здесь мы проломить не сможем с вами никак. Или сможем? Может, возможно, когда у нас будет металлическая кирка. Может, и да. Ну что? Теперь осталось главное сейчас добежать до плота и уплыть отсюда. Искать еще такую пещеру. Я, в принципе, думаю, нету смысла. Хотя у нас всего лишь 14. Всего лишь 14. С вами маловастенько, однако. Ну и кирки у меня меньше, чем половинка. Так что ладно, да. Давайте берем, берем меч, берем щит. И быстро, быстро, быстро. А я не помню, где мой кораблик стоит. Надо было на него, наверное, тоже поставить меточку. Ладно, ладно, попробуем убежать. Все, пошли, ребят. Так, давай отсюда уносим ноги. Уносим, 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 уносим ноги. Только куда бежать? Я не помню, откуда я пришел. По-моему, отсюда, да, откуда-то? По-моему, откуда-то отсюда. Или нет, или ошибаюсь. Сражаться сейчас с ними, зачищать лес, я не вижу смысла. То есть болото. Так как для начала нам нужно понять, стоит ли оно того. Возвращаться сюда и полностью все зачищать. Так, давай, восстанавливай энергию. О, красавчик. И попробуй найти-ка нам нашу лодочку. Где мы тут припарковались? С какой стороны? Я заблудился, ребят. Я реально заблудился. А за нами бегают бабайки. От некоторых мы, конечно, сможем отбиться. Это не есть проблема. А вот от остальных можем огребсти. Так, привет. Привет, луга. Ага. А вы сюда не можете? Можете, да? Можете. Хорошо, хорошо. Давай. Минус один. Блин, можно было бы здесь, наверное, телепорт поставить. А не на соседнем острове. Но пока я не вижу смысла, так как я не знаю, будет ли... Это что такое, ё? Что это было? О, здорово. Как оно? Смекаешь, о чем я? Я сейчас откисну. А я сейчас откисну. Если еще раз он мне кусь сделает. А он мне сделал кусь, да. Шикарно. Знаете, что это значит? Это значит, мне заново... Заново-заново нужно собирать плот. Заново плыть сюда 40 минут. И заново... Начинать все. Так, где ты у меня откис? Покажись, пожалуйста. Хорошо. Так, ребят, предлагаю, чтобы вы, как говорится, 2,5 часа не смотрели, как я просто плыву на плоту. Предлагаю нажать на паузу. Сейчас я доберусь туда, заберу свое тельце, сяду обратно на плот, приплыву, переплавлю металл. Посмотрю, появится либо что-то новое в кузнице. Если да, то подключу заново записи. А если нет, то как бы, ну, на этом серия и закончится.
Так что все, не прощаюсь. Так, ребят, мы почти дома. Я таки съездил туда-обратно на острове. И привез наш металл обратно. Так, сейчас мы зайдем домой. Поставим металл плавиться и ляжем немножко поспим. Только давайте сначала этих вот... Этих так перебьем, потому что не сможем заснуть. Будет писаться, что враги рядом и вы не можете спать. Все, отлично. По поводу роликов. Я думаю, наверное, будет это у нас финальный ролик на канале по камеси, потому что я трачу реально очень много времени на его создание, просто даже бегая по 6-8 часов перед тем, как начать что-то записывать. Так что, думаю, по камеси как-то так. Не знаю, наверное, удалять игру с компьютера не буду, но просто по камеси переостановим. Так, давайте сложим. Сложим сюда и... Сейчас, секунду. Голова кабана нам не надо. Можно ее выкинуть. Вот, отлично. Так, давайте загружать. Давайте загружать и смотреть, что нам с помощью металла теперь можно будет создавать. Так, уголь сюда. Давай еще. О. Хорошо. И давай сюда. Так, сможем ли мы лечь поспать, чтобы бегали мы днем, а не ночью? Потому что я сам ничего не вижу. Да, отдых, отлично. Можно поспать. Все. Тем более быстрее сейчас пойдет плавка металла нашего. Я думаю, вы сами слышите. Так, комфорт 9. Отлично. Доброе утро. Секунду. Это мы сложим пока месть вот сюда. Все, больше ничего тут нету такого. Сейчас. Чтобы уже точно ничего не забыть. Шкуру вот сюда. Смола тоже. Ножки. Так, семки пока месть сюда, кость сюда. Нога у нас идет к еде. Так, что вы, кушать не хотите? Не, вы кушаете. Ну, приятного аппетита, значит. Все, идемте смотреть, собирать металл. Отлично, новый чертеж. Новый чертеж, ага, боевой топор. Железный шлем, железная кирка. Рог для празднования. Так, давайте смотреть. Давайте сначала посмотрим здесь, на верстаке. Что у нас с вами здесь что-то появилось? Рог для празднования. Что нам нужно? Железо 2. Угу. Сопротивленность, сопротивление 7, бонус. Угу. Понял. Но кружку я создал. Бесполезная штука. Так, кожаная туника. Корневой нагрудник. Угу. Так, туника. Лук. Хороший лук. Ну, хороший лук хороший. Не спорю, лучше, чем... был до этого. Так, корневая маска. Маску даже сможем сделать с вами. Прикольно. Так, теперь давайте тут смотреть. Давайте смотреть, что у нас есть. Так, железный меч. Что нам нужно? 20 металла. А у нас с вами всего лишь 10. Создать мы его с вами не сможем. Потому что, еще раз повторяюсь, нам нужно будет... Где наша карта? Вот отсюда. Набраться вот сюда. Да, мы тут с вами откисли. И тут я забрал все-таки свое добро. Это далеко, это долго. Это очень-очень долго. Что дальше? Бронзовый, копье. Железный щит нет. Железный круглый щит.
Давайте смотреть. Сопротивление урона 28. Сопротивление силы 30. А у нас здесь сопротивление урона 28. Сопротивление силы 30. И в чем разница? И в чем разница? Говорится, зачем платить больше? Железная крыка. Угу. Так, бронза, железная булава, бронзовая булава. Дробящий 55, а наша... Сколько одет? Где тут наша? Рассекающий 47. Ну, в принципе, одно и то же. Железный шлем. Но и то, железный шлем и железная броня. Это, конечно, классно. Не спорю, но мы замедляемся. Мы реально замедляемся. Минус 5% скорости. И бегать мы с вами не сможем. И выносливости у нас с вами не будет. Так, что это? Железные гвозди. Хорошо. А мы можем с вами... Так, давай ключик положим. Где наш ключик? Вот наш ключик. Давайте металл уберем. Этот на плавку. Остальное на плавку отправим. Так, дай сюда. Все, под завязочку. Под завязочку, под завязочку. Сможем ли мы с вами что-то строить помимо этого? Так, где наш молоточек? Вот он. Так, вот, да, есть. Есть, есть, есть. Прочее. Давайте, давайте, давайте смотреть. Угу. Мусоросжигатель даже есть. Mm-hmm. Прикольно. Давайте с мебели. Так, с мебели. Что у нас добавилось? Так, подарок. Подарок это что? Стоящий железный факел. Ага. Ну это факел. Это нам не интересно. Это кто? Подвесной мангал. Mm-hmm. Прикольно. А мы сможем его повесить здесь? У нас с вами есть, есть все, что для этого нужно. Так, давайте смотреть. Давайте смотреть подвесной мангал. Что нам нужно? 5 бронзы, 2 угля, 1 цепь. Ну, цепь у нас есть. Цепь у нас с вами есть. И куда мне его повесить? Повешать, повешать, повешать. Куда мне его повешать? А не сильно ли высоко? Сильно высоко, да? Да, хорошо. Тогда давайте возьмем дерево. Так, дерево до сюда. Что там еще нам нужно было? Бронза 5 штучек. По-моему, у меня есть 5. 5 как раз 5 бронзы есть. Нет, 2 есть. Хорошо, сейчас создадим еще бронзы. Как раз посмотрим, что это такое. Так, раз, два, у нас сколько? 2, хорошо, еще один. Все, отлично, ложим обратно, ложим обратно. Ну, либо кладем, как говорится, вы меня можете поправить. Нужен еще уголь, да, уголь нам нужен. Хорошо, давайте, сколько нам, по-моему, один уголь нужен. Ага, 2. 2 угля. И что еще? И цепочечка. Цепочка у нас находится наверху. Так, металл, металл, металл. Всего 14 металла. Блин, ну он реально того не стоит. Вот этот вот металл, добыча, реально она того не стоит. Если можно хотя бы было через телепорт это все переправлять, но нельзя, я уже пробовал. И обычные слитки нельзя переправлять, и просто добытую руду. Так, давайте смотреть. Дай мне сюда, что мне дай? Дай мне, дай, 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 дай. Угу. А если эту штуку?
повесить куда-то вот так, а сюда присобачить наш мангал. Где он? Где ты? Вот ты. Угу. Сильно низко, да? Окей. Давайте сделаем выше. Так, надеюсь, будет нормально. О, отлично. Что мы здесь можем готовить? Можем ли мы готовить здесь? Давай попробуем. У нас больше нет угля. А нам уголь нужен. Ладно. Или это что такое? Ну это ж мангал. Почему я не могу готовить? Или это чисто как люстра идет? И можно просто вешать ее у себя в доме. Ну, дыма много. Окей. Давай на шестерочку. Нельзя, да? Значит, бесполезно. Можно было повесить его в доме, наверное. Можно было, но... Сильно много дыма будет. Вы же понимаете, угарный газ. Мы ляжем баеньки и все. Итого. Так, ладно, давайте тогда снимем. Все вернулось. Да, все вернулось. И бронза, и цепочка, все вернулось. Положим обратно. Ты сюда. Дерево обратное. Угу. Вот сюда. Так, что еще появилось? Давайте смотреть. Строительство. Угу. Понял. Можно на место окон, да? Я так понимаю. Да. На окна заставить, чтобы к нам никто не залез. Тоже прикольно. Железные ворота. Ну, как вариант. И больше ничего, да? Да. Так, ремесло. Давайте смотреть. Мусоросжигатель. Есть ли у нас такой камень? У нас такого камня нету. Где нам добыть его? Громовый камень. Ладно, улей у нас был, бочка была. Это углевыжигательная печь тоже. Стойка для инструментов. Железо 15. Дерево 10. Это, по-моему, улучшение идет к нам, к этому. Если не ошибаюсь. Дай. К чему это улучшение идет? Ага, это к верстаку идет улучшение. Мы сможем с вами улучшать верстак. До 4-го или какого там уровня. Сейчас посмотрим. До 4-го уровня, да, мы сможем с вами верстак улучшить и тогда улучшать наши предметы. Стоит ли сейчас это делать? Я думаю, в принципе, нет. Оно того не стоит. Давайте смотреть дальше. Большая наковальня. Но это все то же самое. Когда ты ставишь здесь большую наковальню, ты улучшаешь чисто сам верстак. Обычно наковальня есть. Меха, ага. Кузница. Кузница у нас с вами есть. Ремесленная стойка. Ух ты, йоу. Ля какая.
Что нам надо? 10 железа, то есть 10 дерева, 2 железа, 4 камня. Попробуем построить. Попробуем построить, почему бы и нет. Все равно, так скажем, финальная серия. Пока, мисс, я не знаю, если оно будет, как говорится, окупаться и будет того стоить, то продолжим. Так, железо, железо. Угу, мы сильно тяжелые, хорошо. Давай тогда сюда скинем. Раз, два. Сходим за камушком. Где наш камушек? Камушек наш вот. Сколько камня надо? 4. Хватит. Хватит, хватит, хватит. Так, теперь давайте смотреть, куда бы его нам бы поставить. Давайте куда-то... Куда-то вот сюда. Отлично. Новый чертеж есть. Каменное строение. Так, точильный камень. 5 штучек камня надо. Давайте принесем. Давайте принесем. Так, металл пока не вот сюда готовый. Камень, 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 камень. Камень, вот. Создаем. Отлично. И что? И что? Как использовать? Куда его нужно вставлять? Слишком далеко, слишком далеко. Так, погоди. 1 из 20, я так понимаю, это не так работает, да? Что ты подошел на шестерочку, нажал. Точильный камень у тебя заработал. Ну да. Ладно. Ладно. Допустим. Допустим. Давайте смотреть дальше, что у нас есть. Это нет. Это у нас верстак. Верстак у нас есть с вами. Котел тоже был. Железная стойка для... Для готовки. Ого. Ну да, у нас с вами появился большой костер. Так, это что такое? Очаг. Это, я так понимаю, и сюда ставим очаг. И потом ставим с вами вот эту вот штуку, да? И готовим. Интересно. Интересно, интересно. Во! Каменные блоки появились. Теперь можно строить с вами... Замок из камня. Замок из камня можно строить. Отлично. Каменные ступеньки. И можно как раз использовать. Да. Так, шлифовальный круг. Ага. Это ты сюда, да, становишься? Но это улучшение нашего станка. Ладно, давайте попробуем его поставить куда-то вот сюда. Сможем? Если нет, то почему? Чего не хватает? 25 дерева есть? Есть. Станок есть. Давай сюда. Ну, окей, хорошо. Так, дай сюда. Допустим, мы его с вами поставим. Давайте, наверное, на уличке, чтобы он нам не мешало. Если, к примеру, мы его тут поставим. Никому же мешать не будет? Нет, не будет. Но это идет чисто как декор. Он идет чисто как декор. Вот, теперь у нас 4 уровня с вами кузница. Мы с вами можем улучшать наши вещи. Но они уже не имеют смысла, так как у нас есть железные. Теперь осталось только добывать. Так, давайте продолжим смотреть, что еще есть. Что еще нового? А из нового, походу, все. Из нового, походу, все. Да.
Мусоросжигатель. Как бы его только оставить так? Так, да, походу. У нас камня этого нету. К сожалению, у нас нету этого камня. Где его добывать, не знаю. Наверное, с этим, как его... Сейчас, секунду. Наверное, где-то вот тут, на новом боссе. Может, там камень находится. А может и нет, я без понятия, честно. Камень не знаю. Так, давайте еще секундочку посмотрим. Ну, в принципе... Так, оберег. Накладывать на остров магическую печать, которая не позволяет другим игрокам строить здание или открывать двери. Ну, мы играем в офлайн. Здесь других игроков и нету, и не может быть. Блин, может очаг построить? Как вам такое? Только как? Как и куда? По центру, чтобы прогревало. О, давайте попробуем поставить по центру. Шикарно, шикарно. Можем теперь сюда поставить нашу стойку для еды. Ну да, можем. Так, а у нас нету с вами железа и цепочечки. Не, это все красиво, конечно, это классно. Наверное, надо ставить его где-то тут на улице. Возле наших кабашек, чтобы наши кабашки не мерзли. Да, кабашки? Потому что мы с вами тут учадием. С такой коптильней. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Это мы разбираем. Все, спасибо, пожалуйста. Так, ну что, ребят. В принципе, я думаю, на этом можно и закончить эту серию. Пока, как говорится, попрощаться со всеми. Игрулька прикольная? Да, она классная. Начинается только самое интересное. Металл, замок... Третий босс и так далее, ну, очень сильно долго. Не знаю, как надумаем, так и продолжим. Все, если кто-то досмотрел до этого момента, не забудь поставить лайкосик и написать какой-то комментарий. Следить, конечно, не трудно. Все, ребят, всем спасибо и пока-пока.